Так быстрее получается, чем от обычной, да? Да. Быстрее. Потому что здесь, видимо, и напряжение, ну и сама штучка, наверное, твоя более качественная. И в руках удобно, да, Наташа? Удобно. То есть, а вот ты в таком варианте можешь целый день проработать? Вот как думаешь, кисть выдержит? Да выдержит, она же легкая. А если захочешь, чтобы помягче было, да, можно напряжение и поменьше сделать, да? Как? Кто чего хочет. Но вообще вот самое лучшее, это, конечно, вот на максимум поставить. Быстро просто все получается. Так трешь, 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 трешь. А то сразу раз, да, и готово. Видишь, как быстро, да? В общем, угодил, да? Угодил. Просто супер. Угу.